Твой пеньюар мне вовсе не мешает, твой внешний вид не шевелит совсем. Что я сказал? Сказал, что буду занят, но я не говорил, что буду всем. Ты передай своей любимой маме, что я ее ни капли не люблю. Я ей свой долг сказал, отдам деньгами, если сейчас обеих не убью. Не раскрывай своей зубатой пасти, твой кариес я узнаю и так. Ну, наконец, произнесла ты здравствуй. Ну, что ты, милая? А я ответил, не сердись, пустяк.